Одним из механизмов оказания материальной поддержки к новому учебному году является предоставление единовременной материальной помощи многодетным семьям в рамках подпрограммы «Семья и детство» государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность». Помощь оказывается семьям, имеющим троих и более детей, независимо от дохода. Размер выплаты составляет 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа 2023 года. Соответственно, в этом году родители получат на каждого ребенка-школьника помощь в размере 109 рублей 32 копеек. Уважаемые родители, я хочу обратить ваше внимание, что помощь выплачивается на всех детей-школьников, а также будущих первоклассников, которые воспитываются в многодетных семьях. Оказание единовременной материальной помощи носит заявительный характер. Во всех учреждениях образования в июне месяце начат прием заявлений от родителей или законных представителей несовершеннолетних, которые зарегистрированы на территории Лидского района. 4 августа во всех учреждениях образования начнется выплата денежных средств. Если у вас возникают вопросы по оказанию данного вида помощи, вы можете обратиться в Управление образования Лидского райисполкома по телефону 52 93 82 или в кабинет 56.